Всем привет, это я, Ники2004, и сегодня мы проходим Call of Duty 2, опять. Так, тут какое оружие? ТТ? Я сейчас с ТТ похожу. Нормальное оружие. Я вот считаю, что вот таких вот коридорных шутерах, как Call of Duty, пистолеты это вообще самое ненужное. Я понимаю, там RPG типа Fallout, а вот там пистолеты очень даже нужны. С первым этажом все! Ну, смотрите, офигеть, это мой любимый пистолет-пулемет Второй мировой. Ну, по крайней мере, советский, да, ПБС. 42. Отлично, теперь жди. Сейчас Паша привлечет внимание этого гада. Паша, давай. Да! Сейчас, смотрите на его лицо, он сейчас охренеет. Он охренел попросту. Дом слева, четвертый этаж. Так, дом слева, четвертый этаж. Чего, блин? Это откуда он стрелял? Так, ладно, я пока его найду. Ах ты ж! Получил, блин! Готов! Отлично стреляешь! Молодец! Теперь пойдем! Нужно еще отбить горсовет! Держаться рядом! Я, кстати, подумал, я лучше буду проходить полностью Call of Duty. То есть, не только советскую кампанию. Жалко, что в этой компании не СТГС. Сами понимаете, какой тут год? 43-й, 42-й. СТГ не можно. Хотя могли бы добавить бы МКБ 42. Я только не помню, он у вермахта стоял на вооружении, в смысле как? Ну, то есть, если иногда бывает то, что какие-то я на артах вижу или фотографии, там чувак с МКБ стоит. А вот серийное ли производство или нет его запускали, это я не знаю. Они готовятся к атаке! Точно. Вон они! Держитесь, ребята! Правильно называть стреляй! Взял ладно. Берегись, пулемет! 42-й! Где? Приказываю уничтожить! Где? А. Попробую сейчас пострелять их из ППС. Вражеский пехот!
после фонтана! К северу отсюда! Его убило. Вот так. Вася, еще один пулемет! Да где этот пулемет? Вражеская пехота! У танка! К северу отсюда! Какой танк? Опа, я уж с этим буду ходить. Это больно. Нам сегодня, но ничего, мы им еще покажем. Эх, как бы тут правильнее бы советскую компанию показать. Ну ладно. Всем удачи, всем пока. Вот я и прошел советскую компанию, следующая будет английская, похоже. Ну да, английская.